Радио шоколад девяносто восемь фм. Интересные люди, правильная музыка. Радио со вкусом. Дорогие друзья, добрый вечер. Мы рады вас приветствовать в лектории «Прямая речь». Мы продолжаем курс лекции Андрея Борисовича Зубова. И сегодня преддверие Ренессанса. И следите за афишей 27 да. июня «Философия возрождения». Хорошего вечера. Да-да-да. Отлично. Я выключаю звук, видите, вот. И каждому из вас желаю сделать то же самое. Вот. Ну, как вы себя летом чувствуете? Все хорошо? Итак, дорогие друзья, действительно, по нашему расписанию, это должно было быть в преддверии Ренессанса. Но по реальности мы немножко отстаем, потому что хочется не пройти нашу тему, а рассказывать серьезно, по мере моих сил, о действительно важных очень явлениях. Итак, вот э, мы сейчас будем говорить о том, э, что действительно было, конечно, преддверием Ренессанса, но не самым непосредственным, а мы будем говорить о 13 веке. 13 век э, в истории. Максим, хорошо, что пришли. Вот, 13 век в истории Европы и вообще в нашей истории, может кто-то даже читал мой пост в Фейсбуке, вот, он совершенно удивительный. Это время, когда по каким-то причинам, то ли из-за накопленных знаний, то ли из-за каких-то других э, причин мы не можем сказать точно, но э, меняется, сама, э, меняется само э, отношение к реальности, к действительности. Э, в это время, э, ну, скажем, XII век отмечен э, крестовыми походами, очень кровавыми, и последний из них первый из них занял Иерусалим, последний, четвертый, вообще захватил и разгромил Константинополь в году. В 1204 году. И это были очень жестокие и неправедные в основном войны, в которых человеческое естество проявило себя худшим образом. В 13 веке таких кровавых крестовых походов нет – они менее удачны, но в то же время дипломатическими способами Фридрих II умудрился в 1229 году вернуть Иерусалим на короткое время под власть христиан. А в конце века, в 1270 году, Людовик IX, святой, так и не смог освободить его Иерусалим и умирает со словами «Иерусалим, Иерусалим» — это его последние слова. Начало XIII века — это созов Папы Иннокентием III Латеранского собора, первого большого собора Западной Церкви в котором принимал участие более 1200 клириков, и который, собственно говоря, выработал принципы христианской жизни Запада, в том числе и принципы обязательного общения в таинствах, что христианин не может быть христианином, если он не прибегает к святым таинствам. Ну, понятно, крещение, но потом, в первую очередь, причастие исповедь вся жизнь человека, христианина, западного католического мира очерчена вот в этой системе таинств. Не забудем, что это же время, это же время, когда формально церковь вроде бы разделилась уже на западную и восточную, но никто не считал, что это разделение навсегда, как оказалось потом, в 1151 четвертом году это разделение как оказалось но навсегда но никто в это тогда не верил не думал Считали, что это очередной политический конфликт епископатов и в 1256 году собирается собирается в 1274 году, простите, в Леоне собирается собор, который на короткое время вновь воссоединяет Западную и Восточную Церковь, но неудачно они потом разделяются. То есть постоянные в этом плане попытки. Конечно, 12, 13 век – это расцвет готики. Да, она появляется в конце 12 века, но 13 век – это ее невероятный расцвет. Если вы хотите посмотреть на дух и силу, вот духовную силу, 13 века, конечно, просто зайдите в один из великих готических соборов, э, или в Праге, или в Реймсе, или в Париже, собор Парижской Божьей Матери, и, или в Йорке, в Англии, э, и вы увидите что-то невероятное. Вы увидите такую гармонию, красоту которая была создана самыми простыми техническими методами, не было ни подъемных кранов, ничего, чтобы почувствовать, что за этой гармонией камня таится невероятная гармония духа. И это правда, иначе просто бы не могло быть. Именно в XIII веке, в конце XIII века, великий Джотто соединяет византийское искусство, византийскую живопись с какими-то новыми совершенно приемами личностного европейского творчества. И, может быть, от Джота, как о Прото Ренессансе, уже о творчестве Джота. А его друг, Данте Алигьер в 1299 году, то есть в самом конце. 13 века создает божественную комедию уже на итальянском языке. 13 век удивительный в политической области. В 1215 году в Великобритании принимается Магна Карта, то есть впервые принимается Великая Хартия Вольности, Великая Хартия Гражданских Свобод. А в 1258 году Симон де Монфор созывает первый английский парламент который, в общем, с того времени продолжает свое существование, разумеется, меняясь до сего дня. И вот буквально на днях были новые выборы в тот же британский парламент. То есть это, в это время открываются университеты. Первые университеты за Альпами. Университеты в Италии были раньше. В Неаполе, в Болонье, в Палермо. Они бы открылись в XII веке. Но к северу от Альп и на Пиренейском полуострове университеты открываются именно в XIII веке. Это, естественно, Парижский университет 1215 год, Оксфорд 1214 год, потом Кельн, Саламанка и другие другие западные университеты, в том числе Карлов университет в Праге немного позже открывается, первый университет в восточной части Западной Европы. Вот видите этот удивительный подъем во всех сферах, от политики и международных отношений до культуры. И надо вам сказать, что Россия, ну так в скобках, мы же... Россия шла в этом же процессе. Вот я недавно, случай, не случайно, я буквально накануне лекции поехал и посмотрел наши дом церкви Северо-Восточной Руси, Кидыкшу, Юрий Польской, Суздаль, и очередной раз убедился, что мы шли в русле этого культурного потока. У нас была хорошая высокая романика, которая, безусловно, бы скоро сменилась бы нашей русской готикой. Это совершенно очевидно. И во многих других областях, в том числе и в области политической, мы бы, скорее всего, наши бы вечи постепенно превратили бы действительно в правильные парламенты. Но век, который дал великий рывок к ренессансу Западной Европы, был веком гибели России. Руси. В 1238 году завоеван Владимир, в 1240 Киев и монгольская ига, как вы понимаете, после этого продолжалось более 200 лет в восточной части Руси и более 100 лет в западной части Руси. Так что вот именно в это время распалась связь времен, как говорит Шекспир, и э, Россия перестала двигаться в одном направлении. Западом не сразу, не в один год, даже не в один век. Еще был Рублев, еще был Дионисий, еще был преподобный Сергий, как некие инварианты западной традиции. Но это была, была умирающая уже культура. Она оставила свой ярчайший след. Без Сергия, без Рублева мы не мыслим нашей истории, и культуры и святости, но тем не менее э, это умиравшая была культура, и которая уже не воспроизвелась потом. Ничего подобного Рублеву и Дионисию, ничего подобного подобному Сергию и его ученикам потом Россия не знала, Русь не знала. Вот, э, собственно говоря, это такое предварительное замечание, а теперь мы э, погружаемся в этот 13 век уже, э, уже серьезно. Предшественниками XIII века являются два нехристианских мыслителя, оба из которых родились в Европе, в Колдове или в Кордове. Это Ибн Рушт, Авероэс, мусульманин, сын и внук, сын и внук правоведов мусульманских, замечательный философ, комментатор Аристотеля, которого Данте назвал учителем тех, кто знает, то есть тех, кто знает глубоко, тех, кто знает философию. Вот он для них учитель. И второй – это иудейский мыслитель, который тоже родился в Кордове, но прожил большую часть жизни в Палестине и в Египте, и умер в Каире – это Моисей Моимонит. Или Моисей бен э, Маймун э, тоже замечательный мыслитель, и их э, отличает то, что они оба глубоко изучили творение Аристотеля, в основном или по-гречески, или в переводах на арабский язык, э, не на европейские языки, и э, сделали из него выводы самый главный вывод, который сделали оба эти мыслители и в этом они похожи. Это вывод о том, что человек как личность это временное существо. Человек как личность принадлежит вот этой жизни, он принадлежит телу, он живет с телом, а единственное, что бессмертно, это ум, который, естественно, не может не быть тождественен мировому уму, то есть Богу, и который восходит к нему, там довольно сложная система построений, но в итоге э, человек исчезает как личность по ту сторону смерти. И, как, как говорит ос, осторожно Авероэс, если есть существование после смерти, то оно уже не личностно, это уже э, соединение человека с божественной полнотой. Примерно таких же взглядов придерживается и Моисей Маймонит. Он говорит о том, что цель жизни – это подражание Богу, но в то же время он отрицает аристотелевский тезис о том, что мир существует вечно, но он также подвергает сомнению посмертное существование человеческой личности и обосновывает с помощью аристотеля аристотеля то что человеческая душа сливается с божественной полнотой то есть индивидуальное временно божественное вечно и то в человеке, что божественно соединяется с божественным, а то, что временно просто исчезает. Второе, а вторая очень важная особенность, которая была характерна для Ибн Рушта, он решал проблему случая, проблему случая. Возможен, ли, возможно ли случайное явление чего-либо в мире. И поскольку Бог есть полнота, наполняющая все во всем, то он отрицает, надо говорить, или признать возможным случаем, тогда отрицать всевластие Бога, или надо э, признать э, всевластие Бога, но туда отрицать случай. Бог знает все, Бог управляет всем. То есть человек в этом смысле лишь, ну, если угодно, лишь элемент божественной игры. И поэтому, конечно же, человек не судится после смерти. Это прямое противоречие Корану, безусловно. Не судится после смерти, а соединяется с Богом, если он этого достоин. Ибо Руш даже пытается строить что-то вроде переселения душ. Правда, он здесь очень невнятно говорит. На тех, в тех случаях, когда человеку не удается соединиться с Богом. Здесь он вспоминает Платона. Но в любом случае он говорит, для простецов существует Коран, э, вера в страшный суд, потому что без этого они не будут э, адекватно и, вести себя в области этики. Э, но для мудреца совершенно понятно, что этого быть не может, потому что можно судить за свободные действия. Человек, Бог мой вообще и человек, он же... И сам судья, и сын, и внук судей э, судят за свободное произвольное действие. Если человек не способен э, к произвольному действию, если он как бы, существует во власти Бога, э, но то, то тогда, э, то тогда э, как его можно судить, значит на самом деле суда нет, как и личности после смерти нет» вот такие выводы из Аристотеля, причем он считается великим комментатором Аристотеля, вот в ближайшие века после этого его будут просто именовать комментатором. Когда просто пишут «комментатор с Аристотеля сказал», всегда знают, что речь идет о Ибн или о Веросе, если в латинизированной версии. В отличие от него Моисей... Маймонит, говорит наоборот, о том, что в ней есть место случаю, Бог не промышляет о каждом падающем листе и о каждой мошке, которая погибает, как он сказал, от плевка Саида. Вот такое есть у него выражение. Вот. Но, естественно, человек, как богоподобное существо, он всецело зависит от Бога. И Бог судит человека за движение его воли, в этом смысле Моисей и Маймонит близок к Абеляду, а не за его действия. Вот движение его воли – это сказать, его право, а его действие он не может совершить без воли Божьей. Человек, а всякие, всякие Значит, другие существа, естественно, в них возможно случайное действие. То есть, помните, что Аристотель тоже отводил место случаю, как раз ибо на что критикует за непоследовательность. А Моисей, моимонит, наоборот, в этом смысле его поддерживает. Конечно, все эти три мыслители, Абеляда, Моисей, Маймонит и Ибн Рушт, вызывали большие сомнения в ортодоксии, в тогдашней ортодоксии у мусульман, иудеев и у христиан. И надо вам сказать, что Ибн Рушт, в отличие от Моисея и Майманида, он особо не повлиял на мусульманскую мысль, на мусульманскую философию, а вот на европейскую он повлиял очень сильно. Очень сильно. XIII век э, ознаменовался не только э, вот теми событиями, которых я сказал, но ознаменовался еще созданием двух важных очень монашеских орденов на Западе. Это францисканский орден, который создан э, франциском, э, жившим в Ассизе, удивительным человеком, подвижником, этот орден, францисканский орден, был создан папским эдиктом в 1210 году. Вы знаете, что монашеские ордена Запада, они не входят в систему диацезов епископских, то есть монастыри не подчиняются провинциальным епископам, а подчиняются своему, ну, значит, региональному управлению, потом генералу ордена, который находится в Ватикане, ну и потом, естественно, самому папе. Вот непосредственно. То есть монашеская, монашеская конгрегация в Западной Церкви, она выведена из под контроля провинциального, ну то есть диацезного епископата. И вот в 1210 году Франциск Осийский становится основателем, первым генералом францисканского ордена. Франциск – удивительная личность, человек, который соединяет несоединимые, казалось бы, вещи время. Об этом нужно много говорить, это тема целой лекции, или может даже не одной, но в то время была та же проблема, которая волнует многих из нас сейчас, это то, что церковь, ну если угодно, ожирела западные э, прилаты, епископы были в основном богатые люди, которые любили хорошо пожить. И э, как вот этот принцип Христов, принцип нестижания, э, скромности, жертвенности в первую очередь, ради другого, он перестал практически звучать. И вот э, в ответ на это многие рвались с церкви, уходили из нее, создавали какие-то юридические движения, которые так как пытались восстановить древнюю церковь. Вы знаете, что потом пройдет еще несколько столетий, и все это удастся Лютеру и Кальвину, но эти движения уже начинались тогда, в конце 12 и в 13 веке. И, э, как правило, а это люди были действительно аскеты, действительно очень строго к себе и к другим относящиеся, э, э, там была очень распространилась традиция вот самобичевания, флагелация, она пришла с Востока, но она очень распространилась, значит, с Востока, я имею в виду, с нехристианского Востока, из мира ислама, но она очень распространилась в Западной Церкви. И эти люди, как правило, рвали или, по крайней мере, почти рвали с официальной Церкви. То есть, с одной стороны, вот такой разрыв и уход, с другой стороны, стяжание, богатство, цинизм и равнодушие к жизни людей. И вот Франциск умудрился соединить, как бы несоединимое нищету принципиальную нищету с подчинением Риму, папе беспрекословную, вообще не мог ему сказать нажирайся, напивайся, понимаете? Вот. И одновременно обычное для вот этих крайних течений отрицание культуры Франциск соединил с глубоким вхождением и любовью к культуре, к Платону, Аристотелю, к размышлениям и в то же время – те говорят, что нам не надо никакой философии, тем более языческой, потому что у нас есть мистика, общение с Богом. Вот у него было и то, и то. Он умудрился соединить глубокое мистическое тайное общение с Богом с хорошим знанием и изучением культуры, в том числе и античной. Особенно он, конечно, почитал и любил блаженного Августина. И надо сказать, что такая позиция Франциска, францисканский орден существует до сих пор, и вы монахов этого ордена и не встретите где угодно, Их темно-коричневые облачения, веревка вместо пояса, признак нищелюбия, э -э, сандали, где это можно по климату на боссу ногу. Э -э, это их отличает, в общем-то. Очень скромная одежда, и если автомобиль, то самый дешевый сейчас вот это стало менять саму церковь это стало менять саму церковь второе движение это было движение вот создан был утвердили в 1216 году это движение доминиканцев его основал доминик тоже монах и подвижник, но здесь была некоторая разница. Понимаете, сам, вот разница с самого начала. Франциск сам происходил из торговой, из купеческой среды, которая тогда не выделялась. Не было никакого купечества как класса. Средневековое общество было трехклассовым. Это дворянство, то есть защитники народа, воины – это клир, священники да, и монахи, и это все остальные народ, э, верующие мирянь. Э, поэтому купеческое сословие не отличалось от крестьянского и ремесленного по социальной градации. Ну, естественно, там были люди более богатые соответственно, более культурные. Э, так вот, э, э, Франциск происходил из этого, из э, купеческого сословия. А Доминик, он происходил из аристократии. И эта традиция сохранилась, что эм, францисканцы – это народное, народный орден, орден простого народа, но культурного. А, хотя тот, кто не культурный, должен учиться. Без культуры совершенно не поощрялось, наоборот. А доминиканцы – это орден, э, где, в общем-то, много аристократов, много видных людей, но при этом тоже очень культурные. Доминиканцы, хотя происходит от имени Доминик, они сами называли свое имя, изменяли на имя Доминекане, то есть Божья собака каны, да? собака по латыни вот и говорили что они собаки вот бога по выгрызанию всяких ересей. никакого ужаса не было это были вовсе не те собаки которые были у ивана грозного у опричников там собачьи головы выгрызали естественно философскими аргументами логическими спорами а вовсе не кострами инквизиции которая появилась намного позже но они были очень сильны именно в науке, именно в, и в теологии, и в философии. Вот. И э, весьма э, почитаемый известный среди первого поколения доми доминиканцев был Альберт Великий, знаменитый, э, знаменитый мыслитель, епископ э, Регенсбурга. Э, герцог Альберт фон Больштадт по происхождению, который преподавал в Париже, в парижской богословской школе и умер уже глубоким стариком в 1280 году в Кёльне. А родился он в 1193 или в 1206 году. Есть разные мнения. Вот Альберт Великий был учителем Фомы Аквинска. Просто вот это надо помнить. И он считался абсолютным энциклопедистом. Человек великим знатоком. Его считали еще и знатоком белой магии и опытной проверки научной. Потому что тогда белая магия, добрая магия и наука казались чем-то ну, практически одним. Это то, что мы сейчас называем естественными науками, казались чем-то очень близким. Альберт Великий мог заниматься изучением химических элементов и одновременно поиском философского камня и добывание золота и свинца, то есть все это тогда считалось нормальным. Но э, э, очень важно, что Альберт великий предлагает первую альтернативу, вот весьма распространившегося в тогдашней университетской Европе вот этой авероистской, авероистскому мировоззрению. Понимаете, оно было очень соблазнительно. То есть никто, конечно, этому не учил догматически, но философ не случайно назвал Данте учителем знающих Ибн Рушта. И, потому что э, философы говорят, ну да, конечно, там есть богословие, есть э, учение для народа, и всем же очень приятно сказать, что народ вот там, да, как помните, это в Евангелии говорится, э, народ невежда в законе, проклят он там и так далее, мы все знаем. Вот, но на самом деле, ну разумеется, все эти пытки, загробные ужасы, вечные страдания, ну конечно, этого быть не может, Бог благ, и мы, философы, знающие это, познавшие Аристотеля, этому учащие, так сказать, почти ну, не, не с кафедры, а лично наших наиболее близких учеников, Ну, понятно, что мы не пойдем в этот место муд, его и нет, а мы сольемся с единым и благим. Вот Альберт Великий положил первый, пожалуй, из крупных философов и богословов, вот философские, э -э -э философские э -э и гра границы философии и теологии, богословия. Это очень важно. Он сказал, что предмет философии – это вещи в себе. «Рес инсе» – вещи в себе. То есть философия изучает вечный мир, соотношение вещей в том числе и Бога. В том числе и Бога. Философия изучает, естественно, и Бога, и античная философия изучала Бога. Вот. Но богословие изучает то же самое, но не в себе, а во благе. Res in beatificabilis. Вещи во благе. Что это такое вещи во благе? Вещи во благе – это то, как... Это невероятная вещь, да? Как эти вещи задумал Бог. Как философ смотрит на Бога с земли и выводит его существование, как выводили Аристотель или Платон, из логических аргументов вообще вся средневековая наука, равная мусульманской, христианской, философии и иудейской, считала, что бытие Божие доказывается философскими методами. Для этого не нужно никакое откровение. Другое дело, что понять, для чего Бог создал мир. В какого призвания человека, каков смысл той или иной вещи, какова судьба человека после смерти? Вот эти вещи философия объяснить не может. Здесь необходимо благодать, благодать, то есть дал Божий, и богословие учит именно этому, то на то же самое. Это вот то, потом мы увидим, что два величайших философа XIII века, они отталкиваются от этого учения Альберта Великого. В том числе и Фома Аквинский, один из них. Это увидеть истинный замысел. И рассказать об истинном замысле. Он невозможен без благодатного озарения. Потом Фома Аквинский, мы это увидим сегодня, говорит, станет говорить о божественном законе. Лекс дивине. О божественном законе. Э -э, божественный закон – это не 12 заповедей. Нет, нет, это для Фомы совсем другое. Божественный закон – это именно замысел. Лекс ведь намного больше, чем нормативный закон. Это некий принцип, то есть это замысел Бога о мире, о человеке. Не увидеть, а понять. Вот это то, что э, очень важно, э, очень важное э, указание Альберта Великого. И он дает пять отличий э, философии от богословия. Первое. Философия исследование всего, всего абсолютно. Все, что ты можешь исследовать, от букашки до Бога при свете разума, исследуй. Вы чувствуете, что в этом уже есть, если угодно, ступенька к позитивной науке. Да? Исследуй. В этом нет никакого греха. Это очень хорошо. И я сам Альберт, который, конечно, не назывался сам великим. Вот, я сам Альберт тоже исследую, тоже исследую. Все. Мне интересно все. Мне интересно, как бегает на восьминожках маленький красный паучок. И мне интересно то, как одни вещества переходят в другие. Мне интересно, как металл превращается в пар, как это возможно. Я все это изучаю, я ставлю опыты. Поэтому меня называют чуть ли не колдуном, добрым, правда, но колдуном хотя я епископ Регенсбурга и профессор Парижа. Но мне интересно это, потому что, почему интересно? Потому что это же все Божье. И если это можно, я изучаю фактически божественное творение, я изучаю разумом, разумом. и это вполне доступно любому, и христианину, и нехристианину, и язычнику, и атеисту, и мусульманину, и иудею, любому это доступно, если у тебя есть голова, и если ты старателен. Здесь нет никаких граней. Но богословие, понимание мира — это выше разума. Выше разума — это божественное озарение. Это второй принцип. Философ изучает мир от непосредственных, исходя из непосредственных очевидных посылок, из логических, а потом уже естественно естественно научных умозаключений. Альберт Великий еще не знал категории опыта научного, он его включал внутрь логических размышлений, а пройдет еще там буквально столетие и этот появится категория научного опыта. Это есть Ренессанс. Вот, а богословие это люмен инфузиум, это внутренний свет. Люмен инфузиум, внутренний свет, который тебя озаряет и который дает тебе понимание помимо логических посылок. Понимаете? Если вот крайний аскет и говорит, что нам не нужна никакая логика, мы все вот знаем во свете Божьем, он говорит, нет, 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 все, что можно пройти умом, надо проходить умом. И если ты не будешь упражнять свой ум, то ты и Бог тебе не пошлет озарение. Но если ты задашь вопросы, ответы на которые выше твоего ума, и которые тебе мучительно необходимы, то Бог тебе даст озарение и понимание этого. Третий метод, который вы уже, конечно, отчасти поняли, это Размышление от, значит, философия это размышление от сотворенного мира, от мира, который познаваем, к Богу, то есть снизу вверх. Богословие размышление от Бога к миру, то есть вниз. Четвертое. Разум не знает, что есть Бог. То есть разум знает, что Бог есть, но не знает, что есть Бог. Вера знает об этом. Ну и, наконец, пятое – это гносеология. Философия – это теоретический процесс, то есть процесс выстраивания аргументов, а богословие – это процесс интуитивный. Интуитивный. Это переживание, потому что мы не можем, как считал Альберт Великий, я не могу сказать, что я например, во всем с ним согласен. Но он считал, что э, такие вещи, как например, понимание Святой Троицы, нельзя понять. Теоретически их можно понять только интуитивно. Философ не знает о светов, а богослов, и тут Альберт говорит опять же, как человек перед Ренессансом. А богослов верит, что знает. Понимаете, как удивительно. Аристотель исследовал низший мир, мир науки, а Августин, блаженный Августин, открыл высший разум и мудрость человека. Вот такой был удивительный учитель, если говорить в двух словах, у Фомы Аквинского. Сам Фома происходил из очень то есть видного аристократического южно-итальянского рода. Его отец был Ландольф граф Аквинский, а мать Теодора была норманкой, то есть, ну, грубо по-нашему, варяшкой, потому что тогда э, самый юг Италии, Сицилия, были отвоеваны у сарацинов, у, у э, арабов, мусульман, именно норманами. Северными людьми, не что северные люди, да, э, вот. Э, и э, Фома родился в 1225, 1225 году, э, получил образование сначала в Неаполитанском университете, потом в монастыре Монте Кассино, знаменитом монастыре Монте э, стал э, доминиканцем, естественно и с 1248 по 1252 год он ученик Альберта Великого. Я опять же вот всегда... На секундочку представьте себе нашу Россию. Это вот самые страшные первые десятилетия татарского ига. В это время Фома Аквинский учится в Кельне у Альберта Великого. И э, Альберт Великий... Говорит про ФОМу, да, причем <laughs> это его, он учится вообще, у него были большие проблемы. Родители не хотели, чтобы он становился монахом. Они хотели, чтобы он был воином аристократического происхождения, что он продолжал славу своего рода, но Фома категорически отказался. И когда он учился у Альберта Великого в Кёльне, его прозвали его друзья по обучению немым буйволом, потому что он мало очень говорил, очень мало спорил, а спор был тогда важнейшим элементом обучения. Это опять же очень важная вещь. Вы должны понять, что вот этот монастырь, монастырь, университет, вот первые университеты, это были места не такие, где вот там дедоскал, учитель, профессор, вот говорил с кафедры, а все там дураки, ученики там писали, 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 писали. писали. Нет, это было в первую очередь место, где можно было научиться диспуту, правильному диспуту. И семинар был не менее важен, чем лекция. Более того, в хорошем профессор, а других там не держали, он обычно назначал, вот скажем, ты будешь доказывать, что мир существует вечно. А ты будешь доказывать, что мир сотворен Богом. А вы там, все остальные, там, у каждого партии образуется 3-4 ученика, Обычно два старших ученика вот ведут спор, а два-три младших ученика с каждой стороны, они должны участвовать в этом споре, задавать дополнительные вопросы, иногда предлагать аргументы. Профессор молчит, в конце он резюмирует. Вот, собственно, это обычная форма обучения. И, разумеется, для Фомы, как и для других учеников, требовалось быть активным. А он был мало активен, он молчал, его все поэтому и называли презрительно немым буйвом, он был толстый, здоровый такой дядька. Потом, когда уже он стал более старших лет, хотя, вы понимаете, вот мне стыдно, мне уже 66-й год, а он умер 54 лет, став таким великим. Вот. Но у него, когда он работал, вот стол был аккуратно такой же формы, как это пюпитр, то есть он был вырезан под его огромный живот. Вот Ну он страдал диабетом он был Очень больной человек Но как мы сейчас подозреваем Это исходя из симптомов Конечно в то время таких симптомов болезни не могли определить Так вот Альберт Великий как-то поговорив с ним Пару раз послушав его короткие реплики На семинарах Сказал этот молчун взрывет Когда-нибудь так Что его услышит весь мир Так оно собственно и произошло в 1256 1259 годах он заведует кафедрой теологии Парижского университета. В это время он пишет свои главные трактаты, первые главные трактаты о спорных вопросах истины и второй суммы против язычников. Вот сумма, вы уже знаете, что это такое. Это системная аргументация против язычников. Он пишет комментарии к Дионисию Ариапагиту, наш с вами давно любимый автор. И, конечно, его главное трактат – это сумма теологии. И, наконец, он пишет трактат о вечности мира. Кстати говоря, Ибн Рушд склонялся к тому, что мир вечен вот, в Боге и опровергает эту теорию. В 1974 году он был послан папой в Леон на вот тот самый собор, который должен был восстановить единство церкви. И умер по дороге в Лион 7 марта 1974 года. Интересно, что вот этот удивительный собор, он был местом смерти, причем, совершенно, конечно, не какой-то умышленный. Но заболели и умерли два величайших философа Европы это Фома Аквинский и Бонавентура, о которых, я тоже надеюсь, сегодня немножко поговорить. Именно, когда они один по дороге, а другой во время деятельности собора. Вот почему, опять же, есть вещи непонятные. Но как раз, ну, забегая немножко вперед, можно сказать, что это как раз Бонавентура, будучи францисканцем, а не доминиканцем, и человеком, который так же, как и Франциск, любил искать вот во всем знаке божественного присутствия, он, безусловно, бы как-то это объяснил. Но, к сожалению, ему сложно нашептать нам на ухо, свое видение этой тайны, которая прервала и его земную жизнь. Будучи учеником Альберта Великого, Фома продолжает его размышления о соотношении разума и веры, теологии и философии. Я не случайно, не случайно, мои дорогие друзья, говорил о Ибн Руште и Маймониде. Дело в том, что если вот эти короткие, я дал вам всего несколько примеров, конечно, каждый из них достоин лекции, но мы и так с вами опаздываем. если суммировать все, что особенность этих двух мыслителей и специалистов по Аристотелю была в том, что они всю богословскую науку пытались изложить в категориях Аристотелевой логики, где-то ее отправляя где-то споря с Аристотелем, но именно в категории их философии. То есть они считали, что это возможно. И они поэтому пришли к определенным, очень логично, очень жестко, очень разумно, они пришли к определенным выводам, которые буквально шли перпендикулярно и иудаизму, и исламу. И, разумеется, христианству еще больше степени. Вот. И поэтому для и доминиканцев, и францисканцев, великих философов, конечно, для них было важно понять, где ошибки. Потому что, но для того, чтобы понять, где ошибки, они должны были сначала признать одну очень важную презумпцию, которая, конечно, не было у Аристотеля, которая была в некоторой степени у Платона, ибо он любил рассказывать мифы, а в мифе всегда есть непознаваемое правда в отличие от вот дискуссивной философии в мифе есть всегда непознаваемые так вот э, они должны были признать или они должны были пойти путем Ибн Рушта надо сказать, что довольно много вот парижских профессоров и кельнских профессоров э, увлекалось очень серьезно, и в, э, и в Кордове уже к тому времени, э, значит, не только в Кордове, и в Соломанке об этом уже говорили, это уже изучали христиане. И э, э, они были как дать ответ. И ответ был очень прост. Вот сейчас я вам буду рассказывать более подробно, э, потому что он достоин этого. Но по своей сути он очень прост надо исходить не только из философских умозаключений, хотя их, конечно, не надо отрицать, как говорил Альберт Великий, но надо исходить из того, что то, что дано в божественном откровении, это истина. Это истина. И по возможности, будучи они же монахи, по возможности эту истину проверить мистическим своим обращением к Богу. То есть молитвой, аскезой, переживанием, не переставая при этом заниматься философией, не переставая при этом заниматься исследованием. При этом не случайно первое большое произведение, или второе, там, после спорных вопросов истины, Фома Аквинского называется «Сумма против язычников». Язычникам нельзя, говорит Фома Аквинский, говорить с точки зрения православного богословия. Для них ничего этого не существует. Для них не существует догматов христианских, не ни Троицы, ничего. Им даже нельзя говорить с точки зрения, с точки зрения, там, скажем, Ветхого Завета, как иудеям. С иудеями можно спорить, отталкиваясь от Библии. Им можно говорить как? Только на основе разума. Вот, собственно, давайте полностью пройдем путь разума. Полностью. А потом посмотрим, что нам разум не может дать. И тут уже применим нашу христианскую веру. Сум против язычников, он начинает, Фома Аквинский, со слов Иларии из Пуатье. Знаю только свою обязанность перед Богом, главное дело моей жизни, каждое слово мое и чувство говорят только о нем. Говорить о человеке можно философски, но понять человека, говорит дальше Фома, можно только в откровении. Но при этом откровении, божественном откровении, но при этом разуму философия — это преамбула Фидея. Преамбулы веры. То есть это предисловие веры. Вера не вытесняет разум, а скорее объясняет его. И вот здесь мы э, подходим э, к философии Фома Квинского: Он э, предлагает категорию сущего энс латыни сущего существа э, логическую категорию сущего с глаголом быть во всех формах собственно говоря любое любое, любое что можем сказать что оно есть est да, э, было будет в предположительной форме может быть есть это все сущее э, сущее, все сущее имеет реальные основания. Потому что мы же говорим, значит, мы о них думаем. Они имеют реальные основания. Но они, как обобщающие понятия, могут быть реальными и могут быть нереальными. Реальные сущности, реальные энс, что угодно. Мир, Бог, человек, трава, жучок – это все реальные сущности. Но между ними есть одна разница. И вот это очень первое тонкое разделение. Бог – это бытие. Человек и мир, и все, кроме Бога, по сути говоря, он обладает бытием. То есть он не бытие, но он обладает бытием. Понятно почему? Потому что Бог ему дает бытие. Бог творец. Он творит, он дает ему обладание бытием. Это главная разница между Богом и миром. Бог – это чистый акт, чистое действие. Это бытие самодостаточное. Это необусловленное действие. Тварное бытие Обусловленное бытие. Оно э, вторичный акт, он, оно обусловлено актом творения. Все тварное сотворено, Бог не сотворен. Понимаете, Он сам Творец, и Он причина всего. Бог это сущность мира, по латыни эссенция, сущность мира. А все сотворенное, включая человека, это актус эссенди, то есть э, созданные сущности. Творение то, что может быть, но может и не быть. Оно не необходимо. Вы чувствуете, вот этот же ответ да? Творение может быть, а может и не быть. Ну, Бог сотворил вот то, что мы видим, но бесконечно больше того, что он не сотворил. А мог бы сотворить, потому что Бог может все. Да? Вот, но он создал определенный мир с определенным, бесконечно большим, конечно, вернее, конечно, если уж очень строго говорить по философски, конечно большим э набором, Явлений, да? потому что мы их ни один человек перечитать не может, но в принципе мы всеми стремимся их перечитать. Сколько там насекомых видов, сколько это и так далее и так далее. Вот, то есть это мир сотворенный, э, и принцип тоже, что мир как целое не только отдельные вещи сотворенные Богом могут быть, а могут не быть, понимаете? Так что Мир не детерминирован ничем. Он свободно сотворен Богом. Бог может создать что-то совершенно небывалое. И даже сам мир как целое тоже не есть детерминированность, потому что Бог мог сотворить мир, а мог и не творить мир как целое. Так что мир существует не сам по себе, а благодаря тому, что есть бытие, абсолютное бытие, то есть Бог. Здесь он принципиально отходит от Аристотеля, который говорит, что мир вечен, и от Абероса, который повторяет это. Нет, мир не вечен, мир сотворен, и мог, бы не, и мог не быть сотворен. А Бог бы все равно был. Бог не может не быть потому что это внутреннее противоречие. Бог есть абсолютное бытие. Он не может не быть, он есть. Он всегда есть, он сущий. А мир может быть, а может не быть. Это вот самый корень учения Фомы Аквинского, или как его потом будут называть, учение томизма. Вот учение томизма, неотомизма – это все производное от Фомы Аквинского. В этом э, заложен пока не очень нам близкий и понятный, э, как бы не очень актуальный, но исключительно важный принцип свободы Бога. Мы часто говорим, что Бог – личность. И при этом э, мы христиане, скажем. И при этом э, и в Ветхом Завете и евреи, и иудеи, и мусульмане говорят то же самое, но не всегда понимают, что под этим подразумевается. Обычно люди думают, что личность это то, что вот человек общается с Богом, Бог общается с человеком, Бог там любит, ненавидит. Но главная категория личности для Бога, и в этом великое, можно сказать, открытие томизма, это от великое, если угодно, основание западной цивилизации, которое сейчас многие западные люди сами подзабывают, это то, что Бог свободен. Он личность, потому что он свободен. Он может и творить, а может не творить. Да? Он может создавать, может не создавать. Он свободен. Это вот принципиальная идея Фомы Аквинского. Бог свободен. Человек образ Божий, поэтому он свободен, потому что он образ Божий. Но главное, что Фома доказывает свободу Бога. Для Аристотеля, для Ибн Рушта это своб... этой категории нет. Бог это причина, принцип бытия. Финальная причина бытия, последняя причина бытия, да, у Аристотеля. Но, это, но категории свободы у Бога нет. Даже у Платона ее нет. Это, Бог это принцип для Платона. Если свобода, то что еще личность. Личность. Потому что не может быть безличная свобода. Свобода может быть только личностная. Потому что если Бог создал, нечто, а нечто не создал, а мог бы создать, значит, он сделал выбор. Следовательно, а выбор может сделать только личность. Нельзя сделать выбор, не будучи личностью. Значит, Бог личностен. Понимаете? И это все в пределах разума. Все, что я вам рассказываю, это сумма против язычного, это в пределах разума. Мы же ни разу здесь не коснулись идеи откровения. Мы говорим только логическими категориями. Да? Э -э 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 -э. Бытие акт осуществляющий, оно, бытие, то есть Бог, дает возможность превращаться в сущее тому или иному. Значит, непостижимые не в способе, каким артикулирует себя мир, но в факте, что он есть. То есть непостижимые не в способе, каким артикулирует себя мира, то есть как мир организован, это все постижимо. Это все постижимо. Опять же, открытие для науки. да, Вот это открытие ворот для науки. Можем постигать, э, как вот, э, внутренней связи мира, но непостижимое в том, что он есть. Мы не можем ответить на вопрос: все богословы бьются, ни один не ответил, много очень красивых слов произнесено, почему Бог создал. Но то, что Он его создал в свободе, это факт. Это факт, потому что э, Бог это абсолютное бытие и причина каждой вещи. И поскольку мы совершенно разумно, логично можем сказать, что вот ну, говоря очень просто, этот стакан есть, следовательно, он через последующее число звеньев в создании там кварц, создание огня, создание человека, этот стакан появился, то есть он обусловленное Богом в конечном счете бытие, а нечто, что должно вот быть здесь, оно не появилось, его нет, потому что Бог его не создал. И поэтому Бог, во-первых, свободен, и потому что он свободен, он личность. Вот это он создал, а это не создал. Надеюсь, это всем понятно. Э, удив, изумление надо испытывать не перед огромным количеством божественных творений, а перед самим фактом бытия. Следующее, здесь он идет вслед за Платоном э, ну, до определенного степени. Вы понимаете, вот в чем великое открытие? Вроде бы такая чепуха. А на самом деле это величайшее открытие, что ум может доказать личностную свободу Бога. Это величайшее открытие Фомы. Ээ, вот. Ээ, следующее – это категории. Категории бытия. Под бытием, бытием мы понимаем бытие Бога. То есть необусловленное бытие. Бытие с большой буквы. Категории бытия. Это он их называет трансценденталии бытия. То есть запредельный транссенсус, да? запредельный, вынесенный из пределов мира, ну, если угодно, сверх да? идеи. Идеи идей. Это вам уже известные платоновские категории единого, истинного и благого. Он выделяет формулу единства сущего. Формулу единства сущего. Значит, единое, истинное и благое. Формула единства сущего. Энс, да, сущего. Это все сущее едино. Все сущее едино. Единство Бога тотально. Откуда это? Все сущностно едино. А ученый, философ, тот же Аристотель, занимающийся изучением мира, изучает множество явлений мира и видит в Боге их причину. И это правильно. Потому что у мира масса сущностей, масса явлений. Должна быть причина их создавшая. Когда мы с вами видим человека, вот каждый из вас видит человека, сидящего рядом с ним, то мы наверняка знаем, и если надо, ему скажем, что у него есть папа и мама. Но они были, по крайней мере, что человек не мог появиться из воздуха. Он должен был родиться от мамы, которая получила семя жизни от папы. Так появляются все люди. Все люди. Иначе они не появляются. Пока. Вот. Э -э -э так что мы всегда знаем, что есть причина бытия. Вот мы видим этот стакан и понимаем, что у этого стакана есть причина бытия. Но и мы ведь знаем, что, скажем, человек, ваш сосед, это у него одни причины бытия. Понятно же, у этого стакана, простите за сравнение, другие причины бытия. И никто никогда не будет сомневаться в этом. Но если мы пройдем через огромное количество ступеней, то мы увидим, что у всех, у всего э, созданного бытия, у всего вторичного обусловленного бытия есть одна первопричина, которая объединяет и нас с вами, и как-то нам не обидно этот стакан. И эта первопричина, конечно же, Бог. Бог. Поэтому то, что говорит Фома, единство Бога тотально. То есть Бог един, и это единство Бога – Говорится, э, подразумевает то, что весь мир един, постольку, поскольку он создан Богом. Нет других творцов. Один есть творец у всего. Вот. Опять же, ну, это чисто философская теория, которую уже доказал Аристотель, и не надо ее даже доказывать было Фоме. А, мы, говорим, а как же, там может несколько богов? Ну, это а несколько богов, то следующий вопрос, а кто создал этих нескольких богов? Понятно, что мы всегда придем к одному, в конечном счете, это ясно. Вот. Итак, единство Бога тотально, то есть в Боге. Бог творец всего. Единство твари композиционно. То есть Бог создал всю тварь, и вся тварь является в этом смысле единой по композиции, по творению ее Богом. Энс плюс актус эсэнди. То есть э, сущее плюс акт э, творения, акт создания. Вот что такое вся тварь. Из этого следует колоссальное количество выводов. Подобно э, Аристотелю, Фома умудрился написать огромное количество книг. Э, он один из самых плодовитых писателей мира. Сейчас подсчитали уже на машинах, э, что коли, общая сумма его произведений, это примерно почти 9 миллионов слов. Почти, а он прожил 54 года. Почти 9 миллионов слов. В общем, плодовитый автор, причем он не повторяется. У него есть политические трактаты. Кроме понятно. Но есть политические в том смысле, что теория политика у Аристотеля. И вот всюду присутствует одна и та же мысль о единстве мы обретаем, мы во всем, в политике, в социальности, в обществе, в мире, мы должны чувствовать это единство. Понимаете, мы изучаем, грубо говоря, и вся наука же построена на этом. Мы очень часто, занимаясь современными науками, забываем это категорию единства. Ученый всю жизнь занимается какой-нибудь маленькой штучкой и упускает из виду, что эта штучка есть маленькое колесико в огромном механизме мироздания, которое абсолютно не Возможно понять, не изучая других колес, валов и систем мироздания. Вся современная наука на самом деле, все величайшие достижения, типа той же теории относительности Эйнштейна, они все основаны на принципе единства мира, на принципе единства мира. Вот это единство мира как вторичное единство, как композиционное единство. Было доказано Фомой через очень простое умозаключение о том, что у мира есть единый творец, соответственно, единый, как мы бы сказали, дизайнер. Поэтому весь мир един. Это очень важное доказательство. Второй принцип, вторая трансценденталия – это истина. Значит, все сущее истинно. Это второй его принцип. Вот все сущее единое, все сущее истинно. Да, из принципа единства, конечно же, следует и тот вывод, что любая вещь, любая, э, любое, все, что создано, оно связано с Творцом. Все абсолютно имеет на себе отпечаток Творца. Да, оно создано из небытия, из ничего, а с одним чистым актом воли опять же, отличие от Аристотеля, кто считал, что костная материя существовала независимо от Бога, вот одним чистым актом воли, но этот один чистый акт воли. Соответственно, любая вещь несет на себе отпечаток своего Творца, и пусть эти отпечатки несколько отличны, но это отпечатки одного Творца. Это тоже очень важный момент единства. Между человеком и стаканом, и паучком – в этом смысле нет принципиальной разницы. Да, есть масса других причин. Но он смотрит, видите, как смотрит Фома, он смотрит от Бога к человеку в данном случае. Хотя от себя, как от человека, выстраивает логическую, логическую систему. Истина, значит, все сущие истина. Аристотель говорил, что истина – это относительная категория в шестой своей книге «Метафизики» он говорил, что истина – это оценочная категория. Фома говорит – нет. Потому что истина – это Бог. Он есть истина первоначальная. Он есть не только бытие, но и истина. Истина, потому что он истинно сущий. Он же есть. И никто не сомневает, что его нет. Если его нет, то как мы объясним бытие мира? Значит, он истинно сущий если он первоначальная причина мира, но он есть, и поэтому он истинный. Он же не может быть ложь. Ложь – это... Что такое ложь? Ложь – это то, чего на самом деле нет. Когда то, чего нет, э, то, чего нет, выдают за то, что есть. Вот что такое ложь. А истина – то, что есть и является э, сущим. Поэтому Бог истинно сущий. Он не ложь, он истина. И поэтому, в отличие от Аристотеля, Фома говорит о том, что истина ⁇ это метафизическая категория, это предмет метафизики. Э, мир сотворенного ⁇ результат мышления Бога. Поэтому всякая тварь ⁇ истина. Если, как творится мир? Путем? Ну, Слово мышление, конечно наш человеческое оно не подходит под категорию э, сознания Бога, но других слов у нас нет, и у Фомы тоже не было. Поэтому Бог задумал и стало, да? а что-то не задумал, и, и этого не стало. Или задумал, что этого не должно быть, и этого тоже не стало. Но, по крайней мере все, что стало, задумано Богом. Бог есть истина, потому что в Нем нет никакой лжи. Ложь это отсутствие сущности, Бог, бог сущий, значит, у него нет лжи. Не может быть лжи. Понимаете? Тогда, значит, у было бы отсутствие какой-то сущности, значит, что-то было бы выше него, что обладает полной сущностью. Но это же, ну, тогда все бы повторилось сначала. Да? Значит, Бог истинен. И, соответственно, все творение истинно. Бог истинен по необходимости, говорит Фома. Нам странно немножко, что э, к Богу определяют категорию необходимости. Но для Фомы, если он размышляет как человек снизу вверх, это абсолютно необходимо. Бог сущее по необходимости и истина по необходимости. Потому что Бог не может сказать, что я не буду сущим. Абсурд. И он не может сказать, что я не буду истинным это тоже абсурд. Значит, Бог истинен по необходимости. И соот... ну, а мы все. Все другое истинно по воле Бога, который создал, или, и здесь включается новая категория, по свободной воле. То есть Бог создал некоторые сущности, некоторые творения человека, духов свободными, подобно себе. Он не создал паучка свободным. А человек он создал свободным. Ручку мы поставим в в конце лекции, потому что мы слишком много о нем говорим. Вот. Человек он создал свободным. Поэтому от его свободной воли зависит, быть ему истинным или не быть. Но в той степени, вот не случайно он переводчик Дионисия Апагита. Вспомните эти мысли. Дионисия, я о них же рассказывал подробно, в той степени, в какой человек отходит от истины и входит в ситуацию лжи, он перестает быть. Потому что все бытие – истина. Соответственно, ложь – это отсутствие бытия. Почему мы говорим, в Библии говорится, Христос говорит, что стана – отец лжи. Что «Стана...» он отец небытия. Он отец э, уничтожения бытия. Понимаете, он тоже имеет свободную волю, он первый от, от бытия отказался добровольно, избрав ложь, и, соответственно, толкает на это людей, предлагает людям то же самое. Соответственно, нет лжи как альтернативы. Когда какой-то политик лжет и говорит, что нет-нет, этого не было. А на самом деле это было то он не создает альтернативное бытие, он не Бог. Он просто создает тьму небытия, в которой рано или поздно проваливается и он, и то, что связано с ложью. Поэтому ложь – это страшная штуковина на самом деле. Вот. Ну а народная поговорка, естественно, говорит, что у нее короткие ноги. Э -э вот. Но вот здесь, как вы понимаете, доказательство того, что э -э истина для творения, для человека это э, результат его свободной воли. Он может быть в Боге, он может выбрать истину, а может ее не, 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 не выбрать. И, наконец, третья категория все сущее есть благо, ибо все сущее есть сущее. Э -э, то есть весь, вот нельзя сказать, что это зло. Все сущее благо. Ну, вы уже достаточно образованные томисты, чтобы понять, почему все сущее благо. Потому что причина всего сущего – Бог, благ. Благо, да? Благое – Бог, благо само по себе, а мир – это благо для чего-то. Чего -то. То есть у Бог сотворил мир – для чего-то мы не знаем, для чего, но для чего-то он створил мир, и это благо. Но благо само по себе, как говорит Фома, это э, и категория человека. Для человека не только категория истины важна, но и категория блага важна. Категория бытия для человека, ну важна только в том смысле, что он может думать прерывать свое бытие в акте самоубийства. Но это мельчайшая беда. И в любом случае он его не прерывает. Он не может сам уничтожить свое бытие. Не он его создал, не он его может уничтожить. Вот просто он переходит в некую другую очень трагическую форму существования. Вот. А вот что касается блага, то человек, э, э, как говорит Фома, благо для человека, объект воли. Объект воли. Мы иногда думаем, ах, вот хорошо получилось, ах, плохо получилось, ах, повезло, ах, не повезло. Для Фомы этой категории нет. Э, потому что категории везучести вообще нет. Бог свободен в творении, но Бог, э, благ единственное в чем, Человек может отойти от блага, это в том, что он может отойти от Бога и от истины. Там он проваливается в категорию отсутствия блага. Вот то страдание, которое отрицали как адское страдание, э, там, скажем, Ибн Ружд, это страдание есть, но это страдание добровольного отказа от блага. Человек добровольно отказывается от блага в этой жизни, выбирая очень привлекательное для него, но иное, не благо, а, скажем, зло, да? что и, соответственно, он теряет в этом смысле свое благо, другого блага он обрести не может, кроме истинного, исти блага в истине. И поэтому страдание. Поэтому чем больше он отбирает у себя же благо, а он создан благом, благим, то, собственно говоря, из-за этого он и страдает. Подчеркивая, что его учение не пантеистично, он говорит, что между Богом и миром нет тождества. Между Богом и миром нет тожества, потому что нет тожества между Творцом и Творением. Потому что бытие само по себе и бытие обусловлено, это разные вещи. Поэтому между Богом и миром нет тожества. Но мир и не инаков Богу, продолжает Фома. Потому что мир э, – это, если угодно, отпечаток Бога. Мир – это подобие Бога. буквальное участвуют в бытие. А Бог – это само, бы, само по себе бытие, бытие персе. Отсюда Фома переходит к пяти знаменитым фамистским, томистским, пяти доказательствам бытия Божьего. Он исходит из аристотелианских доказательств но придает им новое измерение, измерение вот, личностного Бога. Он же доказал быть личностным. Понимаете, здесь нет категории откровения. Категория откровения очень лично. Ее пишет аскет, ее не пишет философ. Поэтому Фома считается философом, потому что он... Вот меня на прошлой лекции кто-то спросил о том, почему богословие – это философия. Конечно, философия. Потому что, видите, идет размышление в логических категориях а не в категориях откровения. Вот когда он будет, будет говорить в категориях откровения, а он там говорил иногда в категориях откровения, а, а Бенвентура очень часто говорил об категориях откровения, тогда это богословие, а это философия. И Поэтому, кстати говоря, ну так, минуточку отвлекусь, я, огорчив очень наших церковных руководителей, высказался категорически против создания богословских факультетов. Потому что я считаю, что богословие – это откровение. Тут, как говорится, нечего писать книжек. Или совсем другие книжки надо писать. А, пожалуйста, защищайте диссертации на кафедрах философии пожалуйста, по этике, почему угодно. Но они боятся защищаться в кафедре философии. А им хочется иметь свое, где они наверняка защитятся. Ну, слаб человек. Итак, пять способов доказательства бытия Божьего. Доказательство от движения. Все, э, э, все вещи меняются в этом мире. Но есть и причины изменения. Это двигатель. Двигаться ⁇ это переводить потенцию в акт. Вещь может прийти в движение только тем, что само является активным. Вещь не может сама по себе двигаться, ей должны дать движение. Одна, же, одна и та же вещь не может быть и потенцией, и актом, и источником и объектом движения, и источником движения, и объектом движения. Потому что если она объект движения, то источник движения должен существовать вне ее и до нее. Соответственно, она не может им быть. Понятно, что таким источником движения первоначальным является Бог. Является Бог это э, все что движется чем-то движет движимо все но и это э, пожалуй э, вполне аристотелианское. а вот вывод из этого уже не аристотелянский э, все подвижное стремится к неподвижности но это легко Докажем. Если мы пустим какой-нибудь шар, он постепенно, благодаря трению, остановится. То есть любое движение ограничено. Любое не может быть поэтому мобиля, вечного двигателя и вечного движущегося предмета. Не может быть. Сколько раз пытались доказать обратное. Так что все, что движется, остановится. Но есть остановка в процессе движения, которую можно опять возобновить, движение можно возобновить. А есть стремление к неподвижности. Потому что то, что движет всем, само не может двигаться. Вы понимаете почему? Потому что если оно движется, значит, опять же, у него есть внешний двигатель. Значит, то, что движет все, само недвижимо. Это очень странно для нас. Но по логике получается так. И каждая вещь, оста останавливая свое движение во времени, знаменует этим свое стремление, не обязательно волевое и интеллектуальное, это может быть обычный физический предмет, свое стремление к полной недвижимости в источнике движения. То есть он неподвижное, в подвижном. Вы помните, капитан Немо своим девизом выбрал подвижное в подвижном. Да? Так вот, Фома Квинс говорит, что неподвижное в подвижном. В этом подвижном мире есть неподвижное, что дает всему движение. И это, и это Бог. И все стремится к Богу. Все стремится быть в нем. Второе – это путь действующей причины. Вещь не может быть причиной самого себя, самой себя, так как она должна была бы себе предшествовать. Ну, скажем, причина каждого из нас – наши родители. Мы не можем быть нашими собственными родителями, понимаете? Вот, это очевидно. И также все, там, причина этого стакана – это мастер его создавший, это те вещества, которые, из которых варилось стекло, тот механизм, который штамповал эту уже стакан э, вот и понятно что они существуют вне стакана значит э, действующая причина всегда вне любой вещи и причина причин это бог любая причина обусловлена другой причиной да? ваши родители давшие вам жизнь обусловлены своими родителями ну и так далее до первого человека но кем обусловлен первый человек? Богом. Понимаете, этот стакан обусловлен тем-то, тем-то и тем-то, но то-то, то-то и то-то, то есть сама сущность, там, песка, огня, кем создана? Богом. Значит, причина всего – это Бог, это Бог. Значит, первоначальная действующая причина, или, как говорит Фома, необусловленная причина всего – Третье – это доказательство, это путь возможности. Все сущее имеет свою необходимость в чем-то ином. Все возможное может не быть, но не источник возможности. Мы с вами слово «возможное» уже понимаем немножко по-другому. В нас в разговорном сленге слово «возможное» это означает ну, почти «да есть». Но в классическом языке, откуда и произошло это слово, оно предполагает, что может быть, может не быть. Да, это возможно да, возможно нет. Вот. Но есть у всего, которое, что может, возможно быть, возможно нет, нет, некий источник возможности, который есть. Вещи случайны, но они порождены вечным актом. Вечным актом, который не случайен, который абсолютен, и этот вечный акт, Бог есть чистый акт, да, это, это Бог. Путь степеней совершенства. Э, ну, по сути говоря, это, конечно, общая категория, но особенно она была свойственна для средневекового общества, где общество ранжировалось на различные категории, выше, ниже, лучше, хуже, э, там, благородные, неблагородные и так далее. Э, значит, любое, любая вещь стремится к совершенству. Любая вещь стремится к совершенству. Это, каждый стремится пройти по степеням совершенства. Чем больше бытия, тем совершеннее нечто. и абсолютное поэтому бытие, и абсолютное совершенство – Бог. Из этого, кстати говоря, из этого доказательства делаются очень мощные этические выводы. Потому что если Бог есть благо и совершенство, то в той степени, в какой мы не благи и несовершенны, да, мы находимся ниже. И не то важно, что ты имеешь там епископскую тиару или княжескую корону, а то важно, насколько ты совершенен. Все эти внешние атрибуты якобы совершенства, они на самом деле предполагают реальное совершенство. Но его может и не быть. И тогда все эти внешние атрибуты, а человек же волевой субъект, в отличие от волка там, или того же нашего любимого пучка, вот, и он значит, сам определяет, быть или не быть. Опять же, to be or not to be мы начинаем понимать, что Шекспир был не такой дурак. Понимаете, нам нравится просто это красивое выражение. Быть или не быть, да? А на самом деле это же вопрос в категориях логики Фомы аквината. Это речь о приближении к абсолютному бытию или речь вот об отдалении от абсолютного бытия. Итак, совершенствование – это превращение блага, превращение бытия. И, наконец, путь, и понятно, что абсолютное бытие, это Бог, которому ты, высшее совершенство, которому ты стремишься. Ну и, наконец, путь финализма, пятое доказательство, сила, направляющая природные существа, Бог. Он ординатор, который правит миром. Потому что единство мира, единство мира мы познаем именно именно в том, что Бог управляет всем гармонично и прекрасно. Мир гармоничен. Вообще Фома удивительно оптимистичен в, своей, в своем мировидении. И, кстати говоря, он удивительно трудолюбивое существо. Он, когда уже болел вот последние годы, жил в Неаполе, и ему говорили, что ты поменьше работай, это вред, нет, говорит, мне надо работать, потому что я еще далеко не все сказал и написал. То есть он работал всю свою жизнь, потому что он пытался осуществить замыслы себе, осуществить свое бытие. Теперь, дорогие друзья, у нас есть еще, по-моему, есть немножко времени. Вы чувствуете, как время утекает? Все-таки ужасная вещь время, как хорошо вечность, да? Когда можем говорить, говорить спокойно. Э -э вот, но тем не менее, я хотя бы коротко хотел бы закончить э -э закончить Фому Аквинского, это его категория закона, очень важная его категория закона. Э -э Фома исключительно доверяет, э, доверяет человеческому уму, разум есть могущественнейшая природа человека, говорит он. Это, кстати говоря, особенность западного понимания не восточному христианскому пониманию, где, конечно, большой очень акцент делается на падшести человека и на искаженности его природы и, соответственно, его ума. Но ведь не забудем, что XIII век э – -э -э, это же время, можно сказать, тотальной христианизации западного мира. И речь идет не о человеке как таковом, а в первую очередь о христианском человеке, который уже преображен таинствами и всем прочим. Ну и в какой-то степени любой человек также имеет божественный разум, и можно говорить об этом тоже. То есть разум есть могущественнейшая природа человека. Назначение человека понимать и действовать с пониманием. Вот определение цели для Фомы Аквинского. То есть человек призван к тому, чтобы понимать, и чтобы свое понимание осуществлять, действовать с пониманием. В меру сил, которые ему даются, но ему даются огромные силы. Для этого надо постигать цель любой вещи. Каждая вещь имеет цель, имеет финальную причину. Мы должны постигать цель этой вещи, и тогда мы будем понимать смысл этой вещи и смысл бытия. Мы видим земные цели. Поэтому могут быть ошибочные наши выводы и, соответственно, ошибочные желания. Для того, чтобы мы, были, мы видели истинные цели, цели божественные, этого здесь же, конечно, мало рацио, и рацио нам не поможет, говорит Фома, здесь необходимо откровение. Но земные цели мы должны понять, увидеть, хотя мы здесь и можем ошибаться. Фома формулирует величайший принцип. Рацио кауза libertatis. Разум причина свободы. Разум – причина свободы. Так же, как свободен Бог, свободен по Божьей воле и человек. И свобода человека находится в его разуме. Потому что именно в разуме человека – это особенность вот, и особенность западной мысли. То есть, скажем, Максим Исповедник говорит о свободе в сердце человека, о свободе выбора. Здесь же свобода постижения и свобода э, ну, правильного, разумного освоения, постигнутого. Вы понимаете, что это тоже путь науки. На самом деле, мои дорогие друзья, надо нам всем понять, что это не значит, что там восточное хорошо, западное плохо, когда так многие скажут. А западные люди скажут наоборот. Много раз мне говорили, очень достойные западные подвижники. Именно то, что вы на Востоке там вот, неправильно понимаете разум, неправильно понимаете свободу, а мы понимаем правильно. Но с какого-то времени начинаешь понимать, что действительно, как сказал папа, э, по-моему, это был папа Иоанн 23 в беседах с патриархом Вафоломеем, что, а до этого это сказал, кстати говоря, русский поэт Вячеслав Иванов, что, собственно, два легких, Запад и Восток, два легких одного организма. И надо дышать двумя легкими. Когда дышишь одним легким, это всегда увечно. Вот. И эти два элемента, два аспекта видения дополняют друг друга. Они совершенно необходимы. Но сейчас мы, конечно, говорим о Западе, атомизме, и мы должны увидеть его э, логику. Человек ведет себя сам, говорит Фома. Он, да, он знает, изучает, он изучает Писание, Он изучает э, причины всех вещей, в этом основании науки, Он ведет себя сам. Но Бог знает финал человеческой свободы. Человек свободен грешить. Человеку дана свобода отступать от замысла о нем Бога. Но Бог знает, что человек отступит от него или не отступит. Опять же, это представление Фомы. Я богословски мыслю эту категорию немножко иначе. Но это не важно. Здесь нам важно увидеть Фому. Вечный закон – это лексэтерна. Вечный закон – это универсальный порядок вещей. Участие человека в вечном законе ⁇ это закон натуральный, lex naturalis, закон естества. Суть натурального закона ⁇ делай добро и избегай зла. Есть право естественное и позитивное. Естественное право ⁇ это право человека которое существует вне него, которое как бы вот в самом природе мира находится. А позитивное право, это или лекс хумана, человеческое право, это право, которое создается людьми. Цель права – общее благо. Позитивное право лекс хумана должно соответствовать естественному праву, lex naturalis, должно соответствовать, как частное соответствует общему. Потому что те или иные человеческие сообщества, они имеют, естественно, свои особенности существования, и поэтому их право отличается. Но оно должно отличаться не в смысле большего или меньшего нарушения естественного права, а в смысле разных аспектов естественного права. Там же, где естественный закон нарушается, там право перестает быть правом. Фома соглашается с Аристотелем, что государство ⁇ это природная необходимость. Вот. И спорит здесь с блаженным Августином. Блаженный Августин считает, что государство – результат падшести человека. А Фома, подобная Аристотелю, говорит, что это естественная природная необходимость. Если вы вспомните политику Аристотеля, там у нас с этого прямо начинается, что по своему естеству человек, отсюда человек – животное общественное, да? по своему естеству человек создает государство. Из естественных законов вытекает свобода человека. Потому что Бог создал человека свободным. Права человеческие, права человека ⁇ это естественный закон. И никто не имеет права это, эти, эту свободу у человека отбирать. Человек свободен по естеству. Мы это любим вспоминать. Это даже сказано в некоторых государственных актах, но мы забываем, что это все проистекает, в конечном счете, идет к Фоме. И Фома Аквинский говорит о естественном законе, и один из важнейших аспектов этого естественного закона – это закон свободы человека. А вот права человека – это права гражданские, которые само общество и каждое по-своему для граждан определяет. Предположим, запрет убийства – это естественное право или воровство. Это естественное право. Человек не может убивать и не может воровать по естеству. Если какой-то закон в какой-то стране, как, скажем, большевики, говорит, что можно убивать социально чуждые элементы и можно отбирать их собственность, значит, этот закон не соответствует вечному закону Лекс Этерна и, соответственно, естественному закону. Значит, это закон, который не следует соблюдать. Но вот наказание за убийство, ну, уголовное право, да, это уже человеческий закон, это Лекс Хумана. Где-то это наказание может быть одним, где-то другим, это уже зависит от ситуации. Вы знаете, в Соединенных Штатах есть смертная казнь за убийство, а в Европе нет смертной казни за убийство. И это нормально, это каждое общество само определяет границы дозволенного. Но разрешать убийство это уже выход за пределы человеческого права. Человек не имеет права это делать, так же, как разрешать воровать и так далее. Закон, и что очень важно для Фомы, имеет как, как принудительную, так и воспитательную функцию. Закон принуждает злодеев не творить злодеяния. Ну, естественно, не столько закон, сколько его как бы безусловное исполнение но он и воспитывает людей чтобы они не творили злодеяний то есть закон очень важен очень важен для воспитания общества тоже поэтому закон должен заблокировать пороки пишет он которые расклевают других закон не может запретить то, что э, портит самого человека. Это уже другое. Это уже лекс дивина. Последняя категория. Да, у нас есть лекс этерна, лекс натуралис, лекс хумана и лекс дивина. Это божественный закон. Вот божественный закон говорит о том, что там, ну, грубо говоря, там не надо пить, не надо испотреблять наркотики, не надо лгать и так далее. Но это запретить не может, не может государственный закон. Но то, когда ты раскрываешь других своими действиями, это можно запретить и нужно запретить. Нельзя допускать обществу, чтобы растление, то, что такое растление, мы понимаем в категории Фомы Аквинского, все совершенно понятно, это отдаление от блага, и вхождение в область небытия в любой сфере, это дозволялось. В этом нет свободы. Потому что свобода в Боге, там, где ты учишь человека отходу от блага, ты э, э, выходишь за пределы свободы. Свободно можно быть в Боге, нельзя быть свободным, уничтожая источник свободы. Поэтому если человек законно входит в противоречие, если человеческий закон входит в противоречие с естеством, он перестает существовать как закон. Следовательно, закона нет. Хотя он есть, он написан на бумаге, он принят по всем нормам, там объявлен царем или принят парламентом. Но если он входит в противоречие с естественным, с естеством, с естественным законом, его нет. Соответственно, его не надо исполнять. Там, скажем, нюнбергские законы, дискриминировавшие евреев, да, принятые в Германии в 1936 году, помните, в 1935, их нет. И очень многие христиане, и католики, и они так и исходили, что этих законов нет. Они есть, и за них будут наказывать очень жестоко за их неисполнение, но их нет. А их неисполнение – это как раз следование благу. Поэтому Акфама учит, что на самом деле не закон определяет жизнь человека, а человек определяет бытование закона. Понимаете? Своим исполнением или неисполнением э -э, в соответствии с категорией юстиции. Юстиция – это… Э -э, Справедливость, justice, да, это же юстиция, это не что иное, как справедливость. Э, то есть справедливость постоянно находить для каждого его истинное право. Его истинное право, его истинный закон. Если э, закон, который предлагается извне, не соответствует истинному праву, то он выходит за пределы юстиции. Ну, дальше он говорит о справедливости, о юстиции, да? коммунативной и дистрибутивной. То есть, если человек то есть справедливость, которая организует общество, и справедливость, которая распределяет благо, вот это две основных категории закона. Он считает, что монархия – это лучшая из форм государственного строения. Здесь он следует Аристотелю. А худшая нет, – нет-нет, не республика, это тирания. То есть та же самая монархия, когда один управляет. Но в чем разница? Мир построен на жертве. Опять же, здесь богословская категория, образ Христа. Мир – это служение другому когда правитель служит своему народу, это монархия. Когда правитель заставляет народ служить себе, это тирания. И никакие формальные вещи здесь не важны. Не важны. Здесь важно то, как ты строишь свою деятельность как правитель. Поэтому лучшая форма, когда один Жертвует собой ради всех. Ну и соответственно выстраивается таким образом пирамида. Потому что легче, чтобы один жертвовал собой ради всех, легче найти, говорит Фома, одного праведника, чем найти там сто праведников для э, ну, там, городской республики. Да? Божественный закон Лекс Девина направляет людей к спасению. Он не во власти государства и общества. То есть государство не должно, это четко прописывает Фома Аквинский, государство не должно считать своей обязанностью вести людей к спасению. Это вне обязанности государства. Поэтому принуждать людей к творить благо для их спасения. Государство не должно. Государство должно принуждать людей творить в благо для совершения коммунативной дистрибутивной функции. То есть для того, чтобы благо было в отношениях между людьми и благо было в отношениях между распределением собственности, благ и так далее. Но не в спасении людей. Это задача церкви, и это вообще задача, которая выходит за пределы государственной. Поэтому церковь и государство разделены. Папа занимается одним, царь, король занимается другим. Очень важная особенность, очень важная особенность западного мироустроения. Она не предполагает царя как спасителя. Царь Сотел, Царь Спаситель. Это невозможно. И Спаситель уже есть. Это Вечный Царь, это Иисус Христос. И Его как бы царство, это в первую очередь церковь, которую входят все граждане, все подданные, все христиане, и клирики, и миряне. Э -э, вот. Но оно не от мира сего. Оно, это, и оно не корреспондирует с государством. Другое дело, что церковь э -э, создает достойных граждан. Это правда. Но само по себе оно свободно от государства. Это очень важная тоже теория. Э -э, Итак, э -э, для вы уже поняли, что для Фомы зло в неподчинении Богу и в утрате свободы. Он настаивает на том, что Бог создал мир для беседы с Ним. Мир создан в любви, это уже откровение, конечно. То есть э, мир должен вести диалог с Богом. Вот то, что Он рационально обосновал в начале, я вам говорю, здесь он мистически объясняет в конце: мир создан для общения с Богом. Он, Богу не нужен мир. Не нужен мир как некая ценность, Бог полнота. Но Бог любит, и поэтому в любви необходим диалог. Мир создан для диалога с Богом. Соответственно, зло, когда мир не ведет этот диалог с Богом. Зло в неподчинении Богу и в утрате свободы. И, наконец, отвечая опять же авероистам, он говорит о том, что материальное и, кстати говоря, Платону материальное начало материя от начала индивидуализации. Материя также важна, как и душа. Тело свято, как и душа, утверждает Фома, потому что материя это то, что оформляется душой и что составляет личность. Душа как форма тела, то есть то, что оформляет тело, обуславливает его субстанциальность. Значит, тело как субстанция ⁇ это э, производная души. Оно совершенно необходимо. Оно делает человека индивидуальностью. Но это тело и душа вместе, и только тело и душа вместе, создают личность человека. Так же точно, как мир един в Боге, человек един в единстве души и тела. И Фома утверждает, что личность – это самая важная категория. Личность означает то, что есть самое совершенное во всей природе, говорит Фома личность человеческая, самая совершенная во всей природе. То есть среди всего созданного Богом это самое совершенное. И поэтому примат личности над видом. Личность человека, если это самое совершенное, то понятно, что любые родовые категории, они ниже индивидуальной категории. Это прямой ответ, будущий ответ тоталитаризму. Поэтому неотомизм был в 20 веке главным врагом и фашизма, и коммунизма, и нацизма, и всего этого. Потому что все эти учения говорили, что там социальное, или государство все, человек ничто. Или э, раса все, человек ничто. Или забывая одну простую вещь, что раса и класс состоят из личности. И если человек ничто, то сумма ничто дает только ничто. Она никогда не дает что-то. Это обычная логика, но логика не свойственна тиранам тупым. Фамфомежа, вот. она в высшей степени свойственна. Поэтому он говорит, что личность – это главное, а все общности вторичны. Поэтому все должно быть направлено на максимальное бытование свободной личности в Боге. Задача государства, задача всех общественных форм, задача церкви. Это все для личности. Не личность для церкви, церковь для личности. Не, государ... Не человек для государства, а государство для человека. И так далее, и так далее, и так далее. Вот. И каждая личность бесценна. Вот этот гимн, личности. Это, пожалуй, главный вклад Фомы, потому что это не гимн поэта, это гимн философа и богослова, обосновавшего и с точки зрения формальной аристотелианской логики, и с точки зрения христианского откровения смысл мира и смысл человека в мире. Вот таков томизм дорогие друзья. Больше ничего сегодня не успел. Спасибо. Ну, я вас не очень утомил. Вот. Ну что ж, сейчас полдесятого, наверное, нас просто просят отсюда убираться. Вопросы есть или нет? Наверное, уже надо бежать, да, всем? Я вас всех занял, старый Мазай разболтался в сарай. Вы уж простите меня, великодушный. Спасибо.